Так, так, пацаны, здорово. Смотрите, я опять на хайпе, опять приоделся. О, само собой, роликсы, видите, какая куртка. Ай, вообще хайповая. Просветка, вообще все. Все, достал. Таз есть, значит, все уже поняли, что будет в кит. Не таз я достал. Достал, пацаны, я шайбой. Вот они, шайба, называется Уэй Симпсон. Такой дизайн вообще радует. Меня эти персонажи, знаете, как радует. Вот эти персонажи. Да, снус, смотрите. Уэй Симпсон. Сейчас будет удар по твезде. У них разные Симпсоны. Семейство Симпсонов изображены. Вообще не раздражает. Вот такие репродукции, парни. Сзади, смотрите, прозрачные. Прозрачные у них шайбы. Значит, пацаны, можно видеть, какие паки, слимы они или нет, есть ли мусор или нет. Сразу говорю, здесь никакого мусора, вообще нет паки. Отсюда даже вижу, что они вообще все чистенькие. Ай, как я уже соскучился, пацаны, по снусу, по этому моему любимому эффекту. Тут все официально написано, что производитель в Москве. Написан адрес здесь, естественно, вот он. QR-код здесь есть, который ведет на сайт, на телеграм-канал производителя. Внимание, пацаны, у них три мощности есть. По периметру тоже написано. Здесь сбоку Уэй Симпсон. Тут написано, что это Limit Edition. Внимание, компания производит не только в шайбах. Я когда увидел, вообще высадился. Это решение такое, которого было необходимо. Такое, которое нужно. Внимание, пацаны. Смотрите, они паки производят в таких вот контейнерах. И вот здесь кладут такого приятного Симпсона. Вообще, смотрите, сколько паков, вообще не раздражает. И вот здесь минт. Значит, ментоловые здесь паки все. Смотрите, Уэй Симпсон. Вот это вообще не хватало. Короче, можно. Внимание, пацаны, смотрите, что они производят. Целый контейнер вообще не бесит. Пацаны, помимо контейнеров, они еще производят паки. Внимание, вот в таких вот форм-факторах. Так, сзади тоже адреса их производителя. Тут все запечатано. Zip-пакет здесь можно разорвать. И zip закрывает. Симпсоны. То есть они производят и в таких контейнерах. И в таких, естественно, по классике, естественно, кто любит, тот в шайбах. Я вообще сейчас полностью удовлетворен. И получаю максимум удовольствия. Внимание, пацаны, у них три крепости. Экстра стронг. Просто, пацаны, стронг. Естественно, супер экстра стронг. Сильный, посильнее и самый вообще мощный. Я, конечно же, буду закидывать, сами знаете, какой не супер мощный. Я буду закидывать, внимание, пацаны, самый вообще слабый. Если меня слабый возьмет, представляете, какой будет эффект на самом мощном. Так, велик я уже приготовил. Короче, пацаны, на велике я завтра выезжаю. На велике я все поменял. Естественно, покажу, что я поменял на своем велике. Я заказал много навесного. Все это я покажу, еще видео нет, но я загружу в свой телеграм-канал. Естественно, ссылки в описании на мою телегу, на мой телеграм-канал. Также в своей телеге я выкладываю чего? Каждый день по новому треку. Но каждый день выкладываю. Ну и естественно, в закрепе, в закрепленном комментарии я оставлю ссылки там, где я брал, на обзор. Сейчас протестирую, посмотрим. И пацаны, у них проходит сейчас в ихнем телеграм-канале есть условия там увидеть, там кучу призов разнообразных, можно взять вообще на халяву. Но в общем, все условия в их телеге. Естественно, разные вкусы, тут написано черри, у них много вкусов. Так, очень красиво, на престиж вообще, блядь, проходит, купим, блядь, ебаную кубышку. Так, хуяк сюда, ой, блядь, тварь ебаный. Смотрите, пацаны, какие глубокие, глубокое место, блядь, для вторика, вообще, блядь, заебись. Есть такие неглубокие, а я фанат вот этих, блядь, глубоких, видите, как заебись, на вторяк, блядь, хорошо сюда заебись класть. Блять, как красиво, Симпсон. Так, вкус черри, блять. Ну что, пацаны, откупим, блять, ебаную кубышку, вкус черри. И посмотрим, что за вкус. Раз, два, нахуй, три, блять. Все ждут нового трека, давай, дворецк, нового трека, блять. Вы еще не все, пацаны, блять, треки, блять, послушали, поэтому нихуя, блять, не будет нового трека, блять, пока я не убежусь, нахуй, что каждый из вас, нахуй, послушал, блять, все мои треки, нахуй. А вы знаете, что у меня и хуй знает сколько, нахуй, ебать, тунюсь, блять. Так, откупим кубышку, вкус черри. Ух ты, блядь, сука, да хуя, блядь, накладывают, сука, блядь, охуели, блядь. Да хуище, блядь. Короче, пищевой пластик используется. Прозрачная матовая упаковочка, баночка нижняя, блядь. Это белая, блядь. Матовая, прозрачная, чтобы все было сзади, блядь, видно. Посмотрим, блядь, на запах, нахуй, ебать его в рот, нахуй. Судим туда свой, блядь, ебаный, блядь, шнабак, нахуй. Нет. Блять, сука, чё, пищевые аромки, что ли? Да, точно, бля, в составе, бля, пищевые, нахуй, аромки, блять. Ебать, ароматизаторы пищевые. Пацаны, знаете, какие они насыщенные, блять. Чистый вкус, блять, пахнет, нахуй, вишни, блять. Блять, не тусклые нихуя. В снус, блядь, часто кладут, нахуй, вялые аромки, вялые ароматизаторы. Такие нюхаешь, такие размытые, но все равно есть, нахуй. Здесь вишня откровенная.
Короче, пизда торонки используют, заебись. Нихуя они и микс сюда заебашили, что редко для снуса, блядь. Мелон, манго и страфбери, клубника, блядь. Мелон, блядь, что это, арбуз, что ли? Мелон, нахуй, или дыня, блядь. Откупим кубышку, блядь. Ох, дохуище, дохуище, не жалеют, блядь, пацаны. Очень, ну, дохуя, хватит, блядь, одной шайбы. Блядь, действительно, блядь, микс, нахуй. Пиздата. Микс заебашли, нахуй. Так, пацаны, блядь, ну это, блядь, ментол. Ебать его в рот, нахуй. Ментол, блядь, кубышку, блядь, сука, тварь ебаный откуприл, блядь. О, ментол, нахуй. Опа, такие белесые, блядь. Мята, чистая мята, блядь, ебашит, нахуй. Прям мятый, нахуй, блядь, сочный. Ватермелон, блядь, написано, блядь. Вкус, нахуй, ебать его в рот, нахуй. Арбуза и Симпсон сюда, блядь, рот, блядь, открыл, нахуй. Арбуз посмотрим. Пахнет ли, блядь, арбузом, блядь. Откуприем, блядь, ебуду, ебачу, ебуну, ебаную, ебаную кубышку. Вот такой, блядь, розоватый. Ты, сука, чуть-чуть, блядь, очки, нахуй, сниму, в пизду их, нахуй. Чтобы нормальный цвет, блядь, определить, нахуй, чуть-чуть такой розоватый точно. Есть, есть, блядь. Блядь, арбузом не башит, блядь, свежим, чистым, блядь, и сочным, блядь, арбузом хуярит, нахуй. Так, где мой ебаный каст, нахуй, достаем, блядь. Сами знаете, перед тем, как попробовать, блядь, снус, нахуй, пакетик, блядь, посмотреть, сколько там никотоса, нахуй. Я должен, пацаны, блядь, прополощить, нахуй, ебаные, блядь, свои рецепторы, блядь. Для этого у меня есть, блядь, ебучая, нахуй, блядь, кружка. Сахир, блядь, я заказывал. Гусь, нахуй. Так, рецепторы, бля, охуенно пропласкал. Так, по хате, блядь, новые, блядь. Насчет квартиры, бля, новые новости. Короче, бля, пацаны ведут коммуникации, все делают, нахуй. Походу, бля, в конце года уже что-то, блядь, начинает забрезживаться, блядь. Делают, нахуй. Да, ничего не стоит на месте, бля. Ну где-то, блядь, конец года, пацаны, ожидаю хату. Сразу говорю, нахуй, блядь. Сразу сделаю, блядь, ебать его румтур, блядь. Там нихуя не будет, блядь, ну полюбасу. Все хату ждут, нахуй. Блядь. Хотят посмотреть, где, блядь, будут потом ролики, нахуй. На хазе, ёб твою мать. Нахуй. Сами знаете, хули хаза, ёптова мать. Тут два варианта, нахуй. Либо ты зубы делаешь, импланты, блядь, и вставляешь, блядь, виниры, нахуй, ебучие, блядь. Либо ты делаешь, блядь, ремонт и делаешь, блядь, мебелировку, нахуй. Сейчас кто-то сидит и пишет, блядь, в комментариях. Дворецков, а почему не сделать зубы, нахуй, блядь, и ремонт, и мебелировку, блядь. Я ему отвечаю сразу, хуя, ебать его, деловой чел, нахуй. Так, посмотрим, пацаны, блядь, осталось, блядь, его, блядь, два вкуса, нахуй, шо здесь, блядь? Хуя микс заебашили, блядь, green tea, white lemon, блядь, белый лимон, блядь, бергамот, нахуй, откупим кубышку, посмотрим, Вен Симпсон, блядь, снус, нахуй, блядь, зеленый, нахуй. Ой, бля, бергамотом ебашит, бля. Зеленые такие пиздатые, сука, мощные. Ладно, пацаны, блядь, откупаем кубышку. Заодно посмотрим, что здесь, блядь, кладут, нахуй, в этот форм-фактор, блядь. Вот так по линии отреза, блядь, я заебашиваю. Вот видите, оторвал. Можно было лучше оторвать, блядь. Но я оторвал так, похуй, потому что здесь все равно, блядь, зип-пакет. Ух ты, блядь, сколько здесь. Пацаны, смотрите, сколько здесь паков, блядь. Я хуй знает, насколько это хватит. Мне бы этого хватило, блядь, не знаю, нахуй, блядь. Год на два, нахуй. Просто пиздец. Молодцы, блядь. Ой, бля, запах забить. Ой, бля, запах пиздатый. Ох, нихуя, моща пошла, бля, нихуя, я изнюхнул, бля. Ебать, урод, так посмотрим, как контейнер открывается, блядь. А, вот такая здесь пипочка, блядь, можно открыть контейнер, блядь. Ох, нихуя, я занюхнул, там же паков-то, пацаны, блядь, дохуя, нахуй, нихуя, я аж, бля, прочистил, сука, рецепторы в носу, блядь. Ах, о, бля. Ой, блядь, мята, что ли, точно мята, бля, точно минт, нахуй, видите, написано здесь минт, нахуй, мята, блядь, ебать, чистейший ароматизатор, бля, вообще заебись, мне кажется, пацаны, меня уже нанюхался, меня уже, по-моему, блядь, никотосиком уже, блядь, воткнуло, блядь, ладно, блядь, ебать его, вот, берем, нахуй, экстра стронг, не пойдет, я буду, блядь, просто стронг, в пизду, потому что это для меня очень мощный, о, последний микс, во, пацаны, смотрите, а, эпал, блядь, и, короче, это грушевый, яблоко грушевый, блядь, ладно, блядь, посмотрим, что за запах, блядь, от купим ебаную, блядь, кубышку, нахуй. Вчера лежал, думаю, бабушку взять. Не, пацаны, так, короче говоря, блядь, желания не возникает нихуя, блядь, пойти, нахуй, познакомиться, взять бабу, блядь. Я уже говорил, блядь, желание не проходит, это ощущение. Одному, блядь, заебись, нахуй, в пизду этих маток, блядь, постоянно будет, нахуй, выяснение отношений, блядь, постоянно будет кто, куда, чего, как, блядь, дам, не дам, иди ты нахуй, блядь, ух ты, блядь. Яблоком ебашит и грушей, блядь, дюшес, нахуй. Блядь, охуенный, сука, вкус, блядь. Хочу, пацаны, блядь, просто взять, блядь, стронг, нахуй. О, нашел, блядь, о, просто стронг. Что здесь? Минт. Закину классику, блядь. Откупаем, блядь, кубышку, блядь. Берем стронг, нахуй. Посмотрим, что за пакетик, блядь. Плотные, блядь, вообще заебись. Так, заебашим, нахуй. Так, закроем, блядь, кубышку. Так, вот уже прополоскал. Вот он, пак, нахуй.
Так, слюни, естественно, выжучивал. Я все в пизду их, нахуй, заебись, блядь. Поебашили, блядь. Так, что это будет, нахуй? Взял, блядь, самый слабый, нахуй. По мощности Никотоса, блядь. Так, ебашил, блядь. Ах, заложил, блядь. Заложил, блядь. Поехали, нахуй. Пизду, бля, мощный самый не стал брать. Так, сразу чувствую, что пацаны, бля, жжет нахуй, чуть-чуть начинает, блядь. Ой, блядь, короче, пацанова, блядь, жжет довольно нихуина, блядь. Нормально, бля, короткая стрижка в пизду, бля. Так легче стало, бля, там голову мою, нахуй, охуенно, чем какая челочник когда был, нахуй, блядь, чупатый, блядь. Волосы ухаживаешь за волосами, в пизду, блядь. Сейчас там легко чувствую, нахуй, легкое, блядь. На лето вообще заебись. Короче, жжет, пацаны, нихуево, ну и не без этого, блядь. Там соль, естественно, добавлена, чтобы, блядь, нормально было впитывание, блядь, в десну, блядь. Никотоса, блядь. Действующий. Фишка здесь же никотос, пацаны, блядь. Фу, блядь, ебать, нахуй. Я знаю, что по ту сторону экрана, нахуй, вы ждете, что я пойду сейчас курочкой. Да, сука, я, блядь, пойду, блядь. Несмотря, блядь, пацаны, блядь, на креветкой, блядь, пойду. Несмотря, пацаны, на то, блядь, то, что я взял, блядь, слабую мощность, нахуй. Просто стронг, нахуй. У них еще ультра-стронг и экстра-стронг. Я ебал в рот, нахуй, экстра-стронг, блядь. В пизду, блядь. Короче, такая фишка получается. Баба за тобой будет. Ай, ебать, хотел про бабу рассказать. Пацаны, нихуя втыкает, блядь. Сейчас, сука, скидывать буду. Ебать, сука, блядь. Нихуя засуетило, блядь. Ебать, я уже чувствую, что все шанда, нахуй. Шандец, нахуй. А, ебать, вот, нахуй. Немножечко покраснел, блядь. Никотос уже пошел, блядь, впитываться, блядь. Так, заодно давайте краш-тест ебанем, блядь, шайбе. Так, в кармане шайба где-то у меня, блядь. Я бегу где-то, блядь, съебываюсь где-то, блядь, от хулиганов, нахуй. И моя задача, чтобы, блядь, если упадет, нахуй, блядь, чтоб не разбилось. Раз, сука. Два, сука. Не дала, тварь ебаная. Удар по везде, блядь. Вот, нахуй. Тя. Оп, доебись, нахуй. Нихуя, блядь. Чуть-чуть раскрылось, блядь. Прецизионно все сделано. Очень плотно, блядь. Краш-тест, нахуй, ебать. Вот пошел, нахуй. Раз. Два. Вторяк, блядь. Тварь ебаная. Нихуя он сильный. Сука, блядь, нихуя себе строг, нахуй. Сука, блядь, хорошо, что я экстра строг, сука, не взял, нахуй. Ух, нихуя прочистила мозги. Вот он вторяк, бля. Вот он вторяк, сука. Тварь, блядь, а глубокое место для вторяка сюда. О, тварь ебучая, блядь. Сука, вы чё, блядь, сделали, сука? Мощности его вагон, сука, упейся, залейся, нахуй. Нихуя, Дворецкого, 100 тысяч подписчиков. Какой, нахуй, 100 тысяч? У меня уже, блядь, 500 000, нахуй. А, да, еще 500 000, нахуй, до золотой кнопки, блядь. Ай, блядь, твари ебаные, блядь. Кто там квакал, блядь, YouTube хотят, блядь, отчекрыжить, блядь. Не, нахуй, так не придется, пацаны, не пойдет, нахуй. Мне еще надо 500 000, нахуй, чтобы я получил золотую кнопку. Чтоб у меня был ебаный лям, блядь, нихуя я косил. Короче, ебать, вы Симпсоны, охуенная моща. Даже на стронге, нахуй. Ебать, столько никотоса, даже на самой маленькой мощности, бля, вы чё, охуели, что столько никотоса? А это и надо, ебать его в рот, просто поменьше держи и все. Пацаны, голова вот такая, все, блядь, расслабила, нахуй. Я даже не сглатывал нихуя, если бы я сглотил, все, тут пиши пропал. Сглатывать вообще никогда нельзя, блядь. Хули я вам объясняю, нахуй. Вы и так это знаете, блядь. Короче, очень приятно такое расслабление по всему телу. Ну, как от хорошей, блядь, сигары. Да какой сигары? Сильнее, естественно, блядь. Я уже рассказывал, блядь, один раз, блядь, передоз, нахуй, я взял, нахуй, от сигары. Просто сосал сигару и, блядь, всю ее поджучил, блядь, и никотоса столько схватил. Короче, никотосом здесь эти паки пропитаны, блядь, по самой, сука, блядь, не балуйся, нахуй. Ух ты, блядь, сколько паков, блядь. Такое вот здесь они вставили туда Симпсона, блядь. В общем, блядь, аромки, помимо мощи, блядь, пацаны, блядь, Вен Симпсон, блядь, линейка охуенная тем, что охуенные вкусы не размытые. Ладно, все просили, блядь, сделать мне сценку, ебать. Ну ладно, пацаны, я сделаю сценку, блядь. Давно не было сценки, нахуй, блядь. На музыкальную тему, блядь. Потому что у меня сейчас, блядь, сейчас все стреляют, остальные, блядь, треки, все заходят, все охуенно на хайпе. Прослушивание дохуя, блядь. И внимание, нахуй. Сейчас будет сценка, нахуй. Потому что мне предлагают, блядь, сделать дохуя фитов. Сделаем фит, нахуй. Фитами заебали, блядь. Хотят, чтоб я с ними сделал фит. Но я против, и сейчас в сценке это будет, блядь,
блядь, понятно, почему я против. Дворецкому, блядь, привет, давай сделаем с тобой фит, давай фитанем. А, фитанем? А кто такой есть-то? Ты кто, я вижу, я что-то тебя не узнаю, ты походу что, ноунейм? Ты ноунейм, я ж тебя не знаю. Да, Дворецков, я начинающий битмейкер, и я начинающий певец-рэп-исполнитель. Давай фит сделаем. Не, нахуй, бля, я фитов не делаю. В пизду. Дворецков, ты меня не уважаешь, ты не хочешь со мной делать фит. Ну, конечно, не хочу делать с тобой фит, потому что ты ноунейм. И какой у меня от тебя будет толк? А, Дворецков, ты плохой человек, я не знал, что ты такой. Я думал, мы сделаем фит. Сценка, бля, во, заебись, нахуй. Под снюсом особенно она заебись зашла. Почему такая штука происходит? Потому что пишут ноунеймы, предлагают давать сделать фит. Бля, они не понимают, ёптаю мать, то что нахуя мне с ними сделать, пацаны, блядь, фит, если он, блядь, ноунейм, нахуй. Не, от него-то что? Он от меня, получается, пиар возьмет, нахуй, блядь, а я какой-то сделаю фит с ним, блядь, и трек, блядь, мне не будет нужен, а будет только нужен ему, нахуй. Если уж я делать буду фиты, то только с охуенными звездами. Внимание, пацаны, я и с ними не буду делать. А почему? Не потому что они ноунеймы. А потому что мне просто-напросто, блядь, неохота, блядь. У меня почему, блядь? А потому что у меня все и, блядь, и в соло, блядь, идет, блядь, заебись, нахуй. А тут еще, блядь, ноунеймы предлагают. Сделаем фит, блядь. Им же нужно пропиариться, прославиться, блядь, ебать его в рот, нахуй. Чтобы с ними спел, блядь, вместе в фите, нахуй. И я заметил, что такая ситуация, блядь, у каждого рэп-исполнителя. У того, который не ноунейм, которого знают. Их просто заебывают, задрачивают этими фитами. Давай сделаем фит. Притом предлагают те люди, которые сами являются ноунеймами, блядь. Поэтому все эти известные рэп-исполнители, блядь, их нахуй посылают и отшивают. Потому что смысл, блядь, коллабиться, нахуй, фитом, блядь, с ними никакого нет. Ну вы и поняли, нахуй, ёб твою мать, нахуй. И очень мало путевых предлагают, блядь, минусов. Ну присылают, блядь, я давай сведу, много предложений, давай сведу, давай вот мой минус послушать, дохуя минусов присылают, блядь. Ты споешь, фит не надо, блядь, я сведу, нахуй, блядь, вот мой минус, блядь, ебать. Захожу, слушаю, блядь, этот минус второй, третий, пятый, блядь, а минуса-то обсосные, блядь, не насыщенные, блядь, не Голливуд нихуя, блядь, и не хайповые, блядь, но такие начинающие делают, блядь. Но, внимание, есть такие пацанчики, которые делают, блядь, заебись минуса, охуенные, такие тоже есть, но их очень, блядь, охуенно, блядь, мало, нахуй. Где-то, блядь, из 10 таких 2 человека, которых делают, блядь, заебись минуса. Остальные делают минуса, да, вроде ничего, блядь, но жиденькие. Еще где-то 3% таких ненасыщенные. Остальные все, блядь, процентов, нахуй, блядь, 6, нахуй, 7, нахуй, делают совсем никудышные, блядь, минуса, блядь. Ну, картину я вам, блядь, обрисовал, вы поняли, блядь. Если уж минуса, блядь, мне нужно охуенное сведение, блядь, и мне нужны такие минуса, блядь. Если их послушают, нахуй, голливудские рэперы, блядь, они просто будут, блядь, на это, блядь, фапонить, нахуй. Вот такие, блядь, минуса нужны, блядь. Они какие-то жидкие, бесталанные и не хайповые. Такими минусами, блядь, пацаны, блядь, меня просто, блядь, завалили, блядь. Ебать, я сейчас пизжу, блядь, а до сих пор, блядь, я под никотосом, блядь. Симпсоны, блядь, ебать, вы Симпсон, блядь. Очень крутая, блядь, насыщенная, блядь, штука, блядь. Хороший продукт. Красивый, сладкий, сочный, а самое главное, он охуенно крепкий, блядь. Плюс контрольный, нахуй, это то, что, блядь, делают, нахуй, три формата. Такой, нахуй, и такой, блядь. Ну просто, блядь, заебись, нахуй. Ждем хату, бля, в конце года, нахуй, по любасу, блядь. Будут новые локации и будет заебись. И все в своем телеграм-канале, нахуй, я буду показывать, что я поставил на свою хату. И вообще, я сделаю рум-тур, бля, внимание, где? На своем телеграме. Здесь не будет рум-тура, блядь. На моем телеграме буду показывать хату, буду показывать, что я купил. Диваны, кухни, холодильники, блядь, как я обставился, блядь. Все только в моей телеге, в моем телеграм-канале, блядь. Успей подписаться, бля, пока это нихуя не поздно, на мою телегу. Ссылка, бля, в описании, на мой телеграм, блядь. Ладно, сейчас где-то, блядь, пройдет 40 минут. Я еще сделаю один, блядь, прыжок, нахуй, ебать. Вэй Симпсоном, нахуй. Минут через 40. Будь заебись, блядь, с тобой кто, нахуй, блядь? Дворецков, блядь, с тобой, нахуй, ебать. Ну, нахуй, блядь.